Так, православная церковь подходит к 20 веку, самому трагичному, самому страшному веку в истории православия, веку, где она претерпела самые жестокие гонения, самые тяжелые потери. Подходит, может быть, не в самом лучшем духовном состоянии, и хотя мы с вами говорили, существуют попытки вырваться из текущего положения. А иногда попытки как-то уйдя за пределы официального учения, иногда попытки даже просто мирянами внутри церкви предпринимаемые как-то возродить, вернуть нормальное восточное учение. Но тем не менее многие из этих попыток так и не доходят до логического конца, потому что начинаются потрясения 20 века. Первое яркое потрясение ⁇ это революция 1905 года революция подавленная, конечно, но революция, показавшая, что дальше так жизнь, как продолжалась в Российской империи, продолжаться не может. И как результат революции, в частности, был принят закон о укреплении начала веротерпимости, и по этому закону определенная свобода вероисповедания была дарована и старообрядческой церкви, и каким-то протестантским общинам, и многим другим религиозным структурам. Но, что обидно, и что на тот момент отмечали многие православные иерархии, этот закон никаким образом не изменил положение официальной православной церкви, и как она была ведомством православного исповедания, и будучи тесно в вовлечена в государственную структуру, так оно в таком вовлеченном, завязанном в государственную структуру положении и осталось. А у православных у самих было понимание того, что многое не в порядке. И, кстати, революция 1905 года отчасти это продемонстрировала, потому что уже в революцию 1905 года были выступления против церкви тоже. И когда были крестьянские бунты, крестьяне нападали на церкви, разрушали, устраивали отхожие места в алтарях. Это может быть еще не было таким массовым явлением, как потом во время последующих революций. Но когда вот сейчас вот чуть-чуть мифологизируя историю, говорят, что вот эта атака против церкви, выступление против церкви это результат деятельности большевиков, это что-то внешнее, наносное, но не присущее изначально вот русскому обществу, то немного заблуждаются и забывают, что, в общем-то, неприязнь церкви или готовность некоторых слоев общества и в том числе и таких простых слоев общества выступать против церкви, она проявлялась и до того, как большевики пришли к власти и начали активно действовать. Так вот, революция 1905 года показала многие проблемы, какие-то попытки реформ в обществе были не все эти попытки были удачные. Какие-то это попытки реформ хотелось бы сделать и внутри православной церкви. И в частности возникает достаточно мощное соборное движение в православии. То есть идея, что нужно наконец собрать собор православной церкви. А уже очень и очень долго никакие православные соборы не собирались. Возникает идея, что хорошо бы восстановить патриаршество и нормальную систему управления церковью. Потому что вот церковь, управляемая синодом, которая непонятно кому подчиняется, не вписывается в каноны православия. Создается предсоборное присутствие, проводится опрос архиереев по поводу того, какие нужны реформы. Любопытно, даже архиереи православной церкви, многие говорят о необходимости каких-то реформ и каких-то изменений. Но на тот момент никакие реформы не были проведены. Если говорить о личностях, ответственных за это то, может быть, особо стоит выделить Константина Победоносцева, уберпрокурора Священного Синода, который был категорическим противником любых изменений, про которого говорили, что он как мороз, при котором ничего не гниет, но ничего и не растет. Или, может быть, помните, у Блоковская победоносцев над Россией простер совинные крыла. В общем, не пользовался он большой симпатией, но он, видя многие потенциальные проблемы, пытался через запреты, пытался через попытки препятствовать всяким реформам, все-таки сохранить текущее состояние, сохранить вот эту вот уваровскую концепцию православия, самодержавия и народность, на которой, казалось, все держится. И так как он был фактически воспитателем Николая II, Николай II с большим уважением к нему относился, то вот нежелание Победоносного проводить соборы и какие-то а, решения принимать в отношении православной церкви, какие-то реформы там проводить, а, в конце концов Николаем были поддержаны и даже после смерти Победоносного в 1907 году ничего принципиально не изменилось и такая вот политика ничего не меняя изменения православии, она продолжалась фактически вплоть до революции, когда и сам Николай II был свергнут. Была сначала февральская революция, вы помните, свержение самодержавия, и хотя вроде бы провозглашалась вот эта вот триада православие, самодержавие, народность, через три дня после февральской революции православная церковь официально объявила о своей верности временному правительству, не было уж такой уж большой поддержки со стороны православной церкви. Более того, февральская революция привела к тому, что исчезло какое-то политическое, полицейское принуждение и надзор за тем, ходят люди в церковь, не ходят. И вдруг оказалось, что огромные массы людей тут же прекратили посещать церковную службу, особенно ярко это проявилось в армии, когда все солдаты регулярно до каждого воскресенья ходили в церковь, и как только это сделали необязательным, Хождение в церковь прекратилось, и вот в воспоминаниях о тех годах просто есть одна очень яркая история: когда офицеры, это еще после февральской революции, даже не Октябрьская, не большевистская революция в одном храме в отхожем, отхожее место. Ну, туалет устроили прямо в алтаре. И несколько тысяч православных воинов ходили в это отхожее место, и никто особо даже не смущался. Это вот все просто иллюстрирует действительно трудное, плачевное положение официальной церкви накануне революции. Поэтому, может быть, последующие события и то, что когда большевистская власть громила церковь, и у нее это успешно получалось, оно не так, чтобы удивительно. Хотя 117 миллионов православных официально было в России. Но формально людей, переживавших православие как свою подлинную веру, так что готовы были бороться за нее и умирать за нее, было не так уж и много. Поэтому, когда случилась Октябрьская революция, то вместе с выступлением против церкви большевиков и достаточно большие массы народа выступили против церкви. Но, тем не менее... А с моментом Октябрьской революции связаны некоторые и попытки реформы, а, даже февральской Октябрьской революции связаны некоторые попытки реформы в православной церкви. Вот этот собор, о котором так долго говорили в церкви, о котором так мечтали, и которому противился царь, как только случилась февральская революция, так этот собор в конце концов был созван. А, 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 Оберпрокурор Священного Синода назначенный туда временным правительством, он как раз поспособствовал а, организации этого собора и сложил в себя полномочия. Причем любопытно, в тот момент вот, оберпрокурором Синода от временного правительства а, был Карташов. А, может быть, тем, кто интересуется православием, более известный как автор такого фундаментального труда а, «История русской церкви», еще известный как автор книги «История Вселенских Соборов», такой замечательный русский историк. Но прежде чем и Карташов стал замечательным русским историком, он был политиком, был министром, был оберпокровом Священного Синода, после Октябрьской революции присоединился к Белому движению, был подпольщиком, террористом, потом в конце концов сбежал на Запад и стал профессором истории. Человек с чрезвычайно необычной судьбой, и когда читаешь вот такие вот неспешные исторические труды, трудно заподозрить, что не все так просто и легко было в биографии этого человека. Ну, мы немного отвлеклись от а того, что для нас действительно важно, в 1917 году после свержения самодержавия у церкви появляется возможность что-то делать, что-то менять, что-то решать, и собирается собор православной церкви. В течение лета в основном выбираются делегаты на собор, очень сложная процедура, в результате которой там представители разных сословий, разных мест, там и от монашествующих, от священников, даже от мирян. В общем, огромное количество людей, собирается на собор, собор начинает свою деятельность, и перед собором ставятся многие вопросы, касающиеся реформы богослужения, касающиеся перехода в богослужение на русский язык, касающиеся реформы календаря, потому как вот, вы знаете, до сих пор в православной церкви есть календарная проблема и так далее. Причем собор готовится разрешать все эти вопросы. Но во время деятельности соборов случается Октябрьская революция. Любопытно, что в тот момент, когда произошла Октябрьская революция, не все сразу осознали, что именно случилось, потому что сохранилось решение собора, где собор считает, что вот глава правительства нового должен быть прихожанином на православной церкви. Ленин об этом не догадывался, что он обязан быть прихожанином. Но вот собор еще вроде бы по старой привычке с дореволюционных времен как-то ощущает свою власть, но очень быстро они понимают, что начинаются совсем другие времена, очень быстро становится очевидно такая антицерковная политика Советской власти, и фактически Собор, не успев разрешить практически ни один из вопросов. И очень жаль, наверное, что не успел разрешить, потому что эти вопросы до сих пор остаются нерешенными в православной церкви. Решает э, один вопрос: восстанавливает на Руси патриаршество. Почему они так резко решают этот вопрос? А, потому что синодальное коллективное управление в критические времена чрезвычайно неудобно. И единоличное управление церковью удобнее. Избираются три кандидата на метрополичью кафедру царя больше нет, когда бы мог из трех кандидатов выбрать одного. Поэтому бросают жребий, и жребий выпадает Тихону, который и становится после долгого-долгого перерыва новым патриархом православной русской церкви понимая природу власти большевицкой, тут же избираются люди, которые должны стать патриархами и в случае там, кончины или каких-то других проблем, если они возникнут с Тихоном в случае его убийства, у них появляются заместители, то есть создается структура, которая в идеале должна сохранить управление церковью даже в, в, в такие кризисные большевистские времена. Времена оказываются действительно кризисные. А, тут же же сразу помните, после революции принимается декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. А, начинается активная такая антицерковная политика. А, в частности, ну, как вот проявление этой политики происходит ликвидация мощей. Происходит уничтожение храмов, происходит конфискация церковных ценностей. Ну, на нужды революции, на нужды там, обеспечения общества. Церковные ценности конфискуются. Но известное письмо Ленина, которое говорит, что чем больше священников мы сможем расстрелять под предлогом конфискации ценностей, тем лучше. Поэтому с одной стороны это изъятие ценностей, но с другой стороны это еще и повод какой-то найти там возмущение, недовольство и так далее и расстрелять как можно больше священников. Многие священники э, в тот момент гибнут, ну, все лишаются э, ценностей. Потом еще начинается красный террор, ну как говорится, в ответ на белый террор. Но красный террор помимо всего прочего предполагает взятие заложников во время гражданской войны многие священники становятся заложниками и в ответ на успехи белого движения тут же расстреливаются создается там союз воинствующих безбожников принимается множество новых законов дискриминационных для священства кстати например налогообложение священства было таким что если честно заплатить все налоги, если священник честно заплатит все налоги, то они составят 101% от его дохода. Поэтому заработал 100 рублей, должен отдать 101 рубль налогов и на остальные деньги жить. Да? При том, что еще и вводились ограничения на предоставление жилья священникам и так далее, то есть, в общем, действительно очень жесткая антицерковная политика проводится советской властью. И вот что любопытно. И мы с этим явлением уже встречались, когда обсуждали монголо-татарская ИГА. И мы с этим явлением встречались, когда говорили о смутном времени. Ужасающие времена для государства, а тут еще не только для государства, но ужасающие времена для церкви вовсе не приводят к уменьшению количества верующих людей. Наоборот, верующих, похоже, становится больше, ну, верующих не в смысле формально заявляющих о своей принадлежности к православной церкви, а верующих, серьезно переживающих свою веру, становится больше даже, чем до революции. Просто как некая иллюстрация вот этого вот явления, мы чуть-чуть забегаем вперед, но в 1937 году была проведена перепись населения. И ну, 1937 год это уже там, полная победа социалистического строя, это, там, принятие новой конституции и так далее. Вот проведена была перепись населения, и в частности, помимо всего прочего, во время переписи задавался вопрос о об отношении к религии. И перепись показала чрезвычайно высокий процент людей которые заявили о себе, что они верят в Бога. Обратите внимание, это, это конец 30-х годов, это то, то время, когда не то, что за веру в Бога, там за любое неосторожно сказанное слово было легко быть расстрелянным, при этом большое количество людей, огромный процент людей заявляет, что они верят в Бога. Ну, на самом деле, расстреляли организаторов переписи, и перепись засекретили, и провели вторую перепись уже без этого вопроса. Но и, и, и начались, кстати, более жесткие репрессии, потому что, если так много верующих в Бога, то а, с этим нужно что-то делать. И вот эти вот репрессии 1937-1938 -го, -го годов, они еще и религиозный оттенок имели, а, но, тем не менее, для церковь, несмотря на все вот это вот давление, не исчезает, и несмотря на все это давление, достаточно много людей с серьезной православной веры оказывается в России. Даже если говорить вот об отношении к какому-то священноначалью, то там есть высказывание того времени, что пока епископы ездили в каретах, их презирали, а как только они стали ходить по улицам в калошах, их начали любить. ТВ Семинаре благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv <связать> <связать> а, Вот а, вот эти вот перемены они показывают, в том числе и советской власти, что так просто с церковью не справится. И советская власть, помимо физического истребления верующих людей, пыталась действовать какими-то более хитрыми методами, а именно уничтожать церковь не только физически, но и уничтожать церковь через внутренние расколы в церкви. В настоящее время рассекречены многие документы, просто когда... Люди, жившие в те времена, может быть, не вполне осознавали этого, что когда какие-то кризисы и расколы внутри церкви происходили, это часто воспринималось как внутрицерковное явление, но из современных документов известно, что эти расколы специально создавались, провоцировались, на это направлялись усилия органов НКВД и так далее. Так вот, государство пытается совершать расколы. И одна из таких основных попыток внутрицерковного раскола – это создание так называемой обновленческой церкви. Вообще слово «обновленческая церковь», «обновленчество» оно появляется до революции. Еще до революции было обновленческое движение людей за реформы, православной церкви, и реформы требовались, и было желание реформ, была определенная программа этих реформ. И после революции, вот как бы те желания реформ, там и упрощение богослужения, и введение женатого и епископата, и многие другие вещи, то желание реформ реализуется, хотя любопытно, что люди, входившие в дореволюционное обновленческое движение, не вошли в послереволюционное обновленческое движение. Это разные люди, просто один термин, и, может быть, сходная идеи. И вот создается обновленческая церковь, которая проще, которая как-то удобнее, которая лучше и которое поддерживается государством. То есть идея была какая, что создать раскол, часть людей уходит в обновленческую церковь, а это ослабляет основную церковь, с ней проще справиться, но потом можно заодно и с обновленческой церковью справиться тот же. Причем, когда я говорю о поддержке обновленцев со стороны государства, то это была поддержка такая, ну, например, органами НКВД конфисковывались храму официальной церкви и передавались обновленческой церкви. Или если оказывался священник, который сильно выступал против обновленцев, его просто расстреливали, и обновленцы могли спокойно и хорошо проповедовать, и другие такие методы. То есть просто аппарат насилия использовался для подавления официальной церкви в пользу обновленческой церкви. Поэтому обновленческая церковь, ну, вот при, таком, при такой поддержке, она более-менее развивается. Второе, кстати, название «живая церковь», поэтому иногда называют «живоцерковное движение». Кстати, вот если кто-нибудь читал Проханова в котле России, да, Проханов очень дружил с обновленцами. Не знаю, можно ли считать это комплиментом в пользу нашего брата, да? Но вот как-то вот он оказался в этой же компании, да. Так вот, как выяснилось, народ массово не готов идти к обновленцам, несмотря на русский язык богослужения, несмотря на какую-то простоту, удобство и так далее. Отчасти, наверное, это объясняется вот этой вот близостью обновленцев к власти, а отчасти объясняется это еще и тем, что во времена кризиса, во времена перемен, а революция была катастрофическим кризисом для России, люди обычно цепляются за традиционные ценности. И вот это вот традиционное православное богослужение с, может быть, не очень понятным, но славянским языком, выглядела как некий якорь в таком бурном море, и люди начинают предпочитать традиционное богослужение, а непонятное понятное русскоязычное богослужение. И вот на волне всех этих процессов, ну да, до сего дня в православии очень большое подозрение по отношению ко всяким обновленческим движениям. Кстати, как сказал один архиерей в те времена, когда появлялась, появилась обновленческая церковь, он сказал, что какую хорошую идею испортили сволочи. Понимая, что теперь какое-то обновление будет гораздо сложнее сделать в православной церкви, потому что вот эта негативная реакция на обновление была создана всеми этими процессами. И, кстати, до сих пор, если люди в современном православии пытаются что-то менять, их обзывают обновленцами. И обновленцы для православных – это такое очень уничижительное, очень неприятное слово. Оно все еще вызывает вот эти вот старые ассоциации, связанные с революционными временами. Обновленческая церковь, пока была поддержка государства, существовала. Потом, когда все этот проект потерял смысл, государственная поддержка прекратилась, и там к 40-м годам обновленческая церковь исчезла. А, без вот этого давления извне обновленческий проект оказался не очень удачным. Поэтому вот такой вот раскол а, слева, может быть, большим успехом не увенчался. А, и хотя... Ну, все-таки какой-то отток людей и проблемы э, были созданы. Но государство попыталось действовать и по-другому. Государство попыталось помимо расколов слева создавать еще и расколы справа, расколы в пользу большего консерватизма, чем есть в официальной церкви. И вот эта вот попытка расколов справа, она оказалась более удачной, может быть, чем попытка расколов слева. И это вообще типично для православия. А православие на протяжении всей истории, оно очень легко откалывается, какие-то группы в пользу большего консерватизма. Вспомните старообрядческий раскол, это же раскол консерваторов. Так и во время революции раскол консерваторов оказался более выгодной политикой, чем раскол обновленцев. И как осуществлялся раскол консерваторов, там очень сложный процесс. В основном вся игра шла вокруг того, кто и как должен управлять церковью. Помните, был избран Тихон патриарх, он до 24 -го года дожил и умер, и подозревают, что умер он не своей смертью. Он, большую часть времени, кстати, он в заключении провел. У него были те люди, которые должны были стать патриархами после него, но они тоже оказались в заключении. Должны были, у них были заместители, они тоже оказались в заключении. А потом советская власть стала по очереди выпускать и садить всех этих людей, создавая определенную неразбериху в связи с церковным управлением, и в конце концов, после всей этой неразберихи, стал. Таким патриаршим местоблюстителем и исполнителем обязанностей патриарха митрополит Сергий Строгородский. Ну, может быть, нам сейчас не так важна вся эта неразбериха, но он оказался митрополитом, то есть оказался патриаршим местоблюстителем, но не все признавали его право быть патриаршем местоблюстителем и, и это уже был потенциал к вот этому вот расколу. Более того, став патриаршем местоблюстителем, он, помимо всего прочего, принял ну, на этой должности определенный документ, который часто называют Декларацией Сергия. Я прочитаю фрагмент этого документа. «Приступив с благословения Божия к нашей синодальной работе, мы ясно осознаем всю величину задачи, предстоящей как нам, так и всем вообще предстоятелям церкви. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истинная жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время осознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи, которые наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи». Всякий удар, направленный в союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним свой долг быть гражданами союза не только из страха, но и по совести, как учил нас апостол. И чуть дальше в этом документе Обсуждая проблему зарубежной церкви, вы знаете же, эмиграция была огромная, в том числе и белая эмиграция. Многие люди, присоединившиеся к белому движению, оказались за рубежом. И, конечно же, многие из них были православными, и за рубежом были различные православные структуры э, русской церкви. И вот э, по поводу там, заграничного синода, он дальше в этом документе пишет. Но Сиренот и до сих пор продолжает существовать, политически не меняясь, а в последнее время своими притязаниями на власть даже расколол заграничное церковное общество на два лагеря. Чтобы положить этому конец, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство в полной лояльности к советскому правительству во всей своей общественной деятельности. Не давшие такого обязательства или на нарушившие его будут исключены из состава клира подведомственного Московской Патриархии. Представьте епископом окормляющим Белое движение, да, надо было подписать документ о полной лояльности советской власти, ну и истребляемой церкви тоже признавать успехи и радости советской власти как свои, и неудачи как свои неудачи. В общем, не всем понравилась декларация митрополита Сергия. И произошел еще один раскол, теперь такой раскол справа, раскол более консервативный, и возникла так называемая катакомбная церковь, или даже группа катакомбных церквей, Некоторые из них назывались сифлянами, не в честь Иосифа Волского, а в честь другого Иосифа, некоторые просто катакомниками, но тем не менее было такое еще и движение по созданию подпольной и нелояльной советской власти церкви. Кстати, некоторые остатки катакомной церкви, некоторые структуры, возникшие вот из этого движения существуют, и до сегодня они не очень крупные. Они до сих пор не признают московскую патриархию, они до сих пор обвиняют ее в ересе сергианства, такой термин есть, вот, вот в таком слишком тесном слиянии с властью, но они есть. Вот так вот церковь входит в 20 век, вот такие беды она там переживает. С одной стороны, где-то вот даже и некоторое углубление веры происходит, а с другой стороны, расколы, создание катакомных структур с одной стороны, там, опорочение всякого обновленческого движения с другой стороны, и официальная церковь, которая очень тесно сливается с властью. Правда, сама официальная церковь из-за уходов, из-за физических репрессий, из-за всего становится все более и более крошечной. Это такой первый этап в истории. Русской церкви в таком внеправославном окружении, что было ближе к Второй мировой войне, обсудим попозже. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.